Это видео я снимаю уже без селфи-палки. Пишу я его, знаете, зачем? За тем, что у меня был... Вот она, моя селфи-палка. Пишу я его за тем, что... Реально трудно. Вот если вот что-то делаешь, надо делать. И сейчас у меня такая мысль интересная возникла. Есть такая штука, которая называется принцип постепенности. То есть, когда ты что-то делаешь по чуть-чуть, и у тебя в конечном итоге получается какой-то большой результат. Ну, например, строительство дома. Есть строители, которые складывают кирпич один за одним. Если взять отдельно какого-то отдельного строителя, да, вот из этой всей истории, то, в принципе, сидя рядом с ним, ну, вообще нельзя будет понять вообще, какой этот дом строится, какой он большой или там маленький. Если отойти подальше, то вот уже можно будет увидеть, насколько он возрастает, скажем так, ввысь, вырастает, да? Так вот, к чему я все это? К тому, что каждый день кирпичик за кирпичиком складывается вот этот дом. И вот у меня... И вот у меня возникло то же самое. Вот я записывал, видео записывал, и наступил какой-то вот такой промежуток, где я что-то меня не тянуло писать видео, и месяц уже, наверное, прошел спустя, ну, после последнего видео. И я понимаю то, что, блин, это входить вновь на эту тропу очень, ну, скажем так, трудно, вот реально трудно. Вот я сейчас ходил и думал, что же делать, что же писать. Я понимаю, что мне хочется поделиться, мне много есть чем поделиться, реально. И в то же время это много, оно как бы вливается в такую ситуацию, когда я сижу и не знаю, за что взяться. Я не знаю, была ли у тебя такая ситуация, но вот у меня она вот сейчас случилась. Я реально не знал, что делать, что писать. Соответственно, вот эти перерывы, они очень трудно сказываются на мне. Вот это вот, собственно, вот так, ну, у меня так и получилось. Вот сейчас я после этого перерыва довольно трудного начинаю. Я сейчас ставлю еще одну цель. Это записывать, ну, скажем, сегодня утром у меня такая мысль, записывать каждый день по одному ролику. Я не знаю, что это будет конкретно. Я надеюсь, что ты будешь все еще со мной, будешь смотреть мои видео и увидишь какой-то прогресс, какой-то рост, научишься еще лучше фотографировать. Если у тебя было что-нибудь похожее, напиши в комментариях. Если это видео тебе понравилось, поставь лайк или дизлайк, если не понравилось. Я тебе желаю успеха. Пока!